Привет, друзья! Продолжаем вас знакомить с российскими корабельными ЗРК. На видео показан российский корабельный ЗРК ОСА-М, принятый на вооружение в 1973 году, модернизированный до версии ОСА-МА в 1975 и прошедший еще одну модернизацию в первой половине 80-х годов, до версии ОСА-М2. Комплекс ЗРК ОСА-М используется на кораблях водоизмещением 500 тонн и более. ЗРК ОСА-М имеет две направляющие под ракеты 9М33 массой 128 кг, позже модернизированных до версии 9М33М3. Под палубой корабля в специальном погребе размещены 4 барабана с боекомплектом по 5 ракет. После пуска ракеты 9М33 она захватывалась станцией визирования ракет, которая выводила ее на цель. При приближении ракеты к цели подается команда для взвода радиовзрывателя. Излучаются радиомагнитные импульсы, и на дистанции до 15 метров от цели происходит подрыв боевой части ракеты. Вероятность поражения цели у ЗРК последних версий 70-80%. Вероятность поражения современных целей ниже. Время перезаряжания ЗРК от 16 до 21 секунды. Скорострельность 2 выстрела в минуту и 2,8 по надводным целям. ЗРК ОСА-МА-2 может поражать цели на дальности до 15 км и высоте до 4 км. Минимальная высота поражения цели 5 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.